Дорогой друг, у нас сегодня 6 июля 2019 года. Смотрите, сейчас что-то будет такое, ну типа, наверное, смерч. Ну не смерч, а может мелкий ураганчик. У нас вот сейчас до этого времени с утра этот самый дождик мжил. Ну ничего делать не дает, понимаете? Я постричь хотел, но хоть тут и не особо-то эта самая травка, видишь, у нас тут, ну, сахара образовалась, ну, днем там до 38, это в тени, а на солнце там, ну, 49-51, вот, смотрите, и она не особо, но все равно, надо, чтобы было как-то и покультурней. Вот смотрите, это самое. Около картофельной делянки, видите? Вот. Ну и так, чтобы было хорошо. Сам со стороны смотреть. Мне всегда это самое, соседские бабульки идут и говорят, ой, как у вас тут красиво. Ну а вы сами понимаете, когда вот, ну даже вот это самое, редкие травки где-то в разных местах растет, ну уже вид не такой, правда? Вот, а когда я постригу, ой, тут, блин, ну, хоть прям, или пейзажи пиши, или на натюрморты, вот, с помидорчиками, вот, смотрите, это экспериментальные три делянки, хоть виноград, смотрите, какой, завязался в этом году хорошо, смотрите. Завязался хорошо. Вот. Ну и, короче, я постричь хотел. А вот это изморозь. И с утра не дала. Вроде это самое, солнышко вышло. Вот. Ну, думал, сейчас настраивается. У меня два электротриммера. Один у меня мощный. Это для, ну вот, для такой, для густой растительности. Один старенький, этот самый бошевский, он так вот для таких вот, ну, не особых зарослей, понимаете. Ну и хотел настроиться. А тут смотрите, какая беда идет. Это самое, может быть, камера не передает вот этой черноты. Ну что-то, блин, что-то и сейчас будет. Так что я пойду лучше, наверное, помидорчики. У помидоров шпагаты перевяжу. А иначе там, знаете, они, ну вроде, когда их весной после высадки рассады натягивал, вернее, завязывал, ну так неплохо натягивал. А понимаете, растения растут, вот, и от солнца, от ночных роз, ну, все-таки эти шпагаты растягиваются, ну, и там, ну, неровно помидорчики наклоняются, то к сараю, то от сарая, то еще куда, ну, в общем, ждем какого-то катаклизма, вот, если что, я сниму еще один ролик.